Привет! Сегодня мы находимся в Evolvers Dance School, и мы продолжаем нашу серию видеоуроков по направлению джаз-фанк. Давайте начнем. Наши ножки стоят немножко шире плеч, ручка параллельно полу, и она привязана к нашему тазу. Мы тянем себя в сторону, ручку вместе с тазом, возвращаем себя обратно и садимся вниз на правую ножку. Пальчики раскрыты, левая ножка поднимается на носочек. Все то же самое мы с вами делаем в другую сторону. И раз, и два. Отлично. Дальше мы с вами делаем поворот вокруг себя. Ручка идет за головой, ножка через пол прокручивается, и мы оказываемся здесь. Давайте соединим. 7, 8. Поворот. Пришли. Когда мы с вами приходим, правая ручка у нас за головой, левая приходит на бедро. И мы делаем с вами два раза вниз, вниз. Отлично. Давайте соединим все три движения вместе. 7, 8. Раз, два, три, фо, пять, шесть, семь, восемь. А теперь давайте попробуем под музыку. Все связочки, которые мы с вами выучили, можно соединить в одну, либо использовать каждое движение по отдельности и придумывать из них свои собственные связочки. А вообще, мы ждем тебя на занятиях в Evolvers Dance School. Пока!